Если есть что поведать миру, садись, пиши. Если режется голос, не дай ему замолчать. Нам порой очень трудно все для себя решить, потому что мы не хотим ничего решать. Потому что страхи зиждутся в головах, обстоятельства жизни наносят опять туше. Но порой лучше что-то другому сказать в сердцах, чем копить обиды и злобу в своей душе. Если жизнь — это ринг, то некогда пасовать. Если жизнь — это шоу, надо играть на бис, разбиваться о скалы, карабкаться и кричать, а не прятать лицо за лоном пустых кулис. Потому что потом не видел еще никто, потому что завтра очень плохой отмаз. Если наша жизнь — огромное шапито, то начать смеяться лучше уже сейчас. Если хочется счастья, душу свою очисть от всего, что за жизнь смогло ее запятнать. Если есть что поведать миру, садись, пиши. Если режется голос, не дай ему замолчать.